प्रारंभ करने जा रहे थे, उन्होंने एक श्लोक ऐसे एक श्लोक बोले जो एक श्लोक में उन्होंने पूरा के पूरा, ज्यादा नहीं, पूरा के पूरा उन्होंने जैसे अगस्त ऋषि ने संपूर्ण समुद्र को चूल भर में पान कर लिया था, उन्होंने पूरा के पूरा ऐसे उन्होंने पान कर लिया है। इसका कारण हम लोगों ने श्रवण किया था, हमने श्रवण किया था, इसलिए जब उन्होंने पूरा के पूरा एक श्लोक में कृष्णा कैसे मथुरा में प्रकट हुए, когда он рассказал, шлок, как он появился в Матхуре, и потом, как он шел в Гокулу. Джай, Джай Канай Ланды, Лал Ки. कहते हैं कृष्ण कैसे गोकुल में गए,
और वहाँ पर नंदस्तु आत्मा जाता लादा महामना और नंदव बड़ी प्रसन्न हुई और बड़े धूमधाम से नंदव उत्सव हुआ। फिर कृष्ण ने क्या किया, Кришна убивает Агасура, Бакасура, Вишначи Катакур говорит, что Бхагаван никого не убивает. Пакари Гатидайк. Одно из имен Бхагавана. Тот, кто убит от руки, погибает от руки Бхагавана, тот достигает освобождения. Он обретает выше, ну, как бы, например, путана. Вот, тот тоже совершает садану, может, как бы, сложно достигнуть того, что достигла путана, просто потому что Кришна убил ее. Даже, я так понимаю, царица Двараки, они не, как бы, Кришна бывает Агасура, Бхагасура. Будда говорит, что Агасур, когда был убит, то он также был высшее положение. Его тело, оно высохло. И Кришна играл в прятки в теле Агасура. Кришна, उनका अंदर में लुकोचोरी कृष्ण कल्पते और कृष्ण का चरण स्पर्श सखाओं का चरण स्पर्श कोई साधारण बात है। как бы, как бы, убил Вродимана, только 10,000 पुत्र मारे गए, только играли они в прятки, в общем, в теле этого демона. Сагар Махарадж, когда у него 10 тысяч сыновей оставили тело, пусть его предков и когда Ганга протекала через пепел, то они получили освобождение. और लास्ट में क्या हुआ, उसका जो ब्रह्म ज्योति इनके शरीर में लीन हो गया, इनके शरीर में लीन हो गया ब्रह्म ज्योति। Короче, Агасура, его душа вошла в стопы Кришны, и он получил освобождение. Это не что-то является чем-то обычным. Вишначар Такур говорит, что внешне это выглядит, как он был убит Кришной, но на самом деле Кришна никого не убивает. Кришна дает высшее освобождение. Ну, в смысле, даже великие йоги, гьяни не могут обрести это освобождение. प्रदान किया। उन्होंने एक श्लोक में पूरा के पूरा अगस्त ऋषि जैसे В одной шлоке, так же, как Агастья Риши выпил весь океан, как горсть воды, и также здесь в одной шлоке описаны все лилии Кришны. И он описал то все в одной шлоке. Шукадев Госвами описывает и замолкает. И Паришит Махарадж говорит, расскажи, как бы, и все. А Шукадев говорит, я описал всю катху, как Кришна бил демонов, как он писал на голову Кали, как Кирьяджи Кавардхана, как он вышел замуж, то есть как он женился на царицах Двараки. मर्यादा को रक्षा करते हुए उन्होंने अपना घर गृहस्थी का जो धर्म है И Кришна как бы защищая этикет, следовал грихастха дхарме. И он затем отправился обратно к себе в Дхаму. Сказав это, Шукадев Госвами остановился, замолчал. Паришит Махарадж говорит, я сижу здесь уже 4 дня, и я жду, когда будет Кришна Катха. Когда я был в очреве моей матери, Уттары, Дашватама, он выстрелил Брахмастра, чтобы убить меня. И тогда Уттара, она прибежала к лотосным стопам, упала к стопам Кришны и говорит, о Прабху, пусть я умру, но у меня есть сын Пандав, он не должен быть убит, потому что тогда династия Пандавов, она прервется, и никто не сможет провести последние ритуалы по династии. Тогда Кришна вошел в лоно
в ее лона и со своей булавой он защитил от Брахмастры Парикшита Махараджа. Итак, в лоне Парикшита Махарадж говорит, вот этого Шьямасундара, которого я видел в матери в лоне, я ищу всю жизнь. И он смотрел на каждого и искал, это он Кришна, это Кришна, поэтому его зовут Парикшит. И его зовут также Вишнурад, то есть тот, кто защитил, тот, кого защитил Вишну. और वो हमारी गोद में कृष्णा हमारी कुल देवता है कृष्णा हमारी कुल देवता केवल मैं तो कृष्ण कथा सुन कृष्णा тот кто Поступ поклонение нашей династии. Я сижу, чтобы услышать его харикатху. И Парикшит говорит, а ты уже 4 дня говоришь разные вещи, но я сижу здесь услышать, чтобы Кришна катху. Поэтому, пожалуйста, расскажи Кришна катху. И когда Шукадев Госвами был, он, услышав это, Шукадев Госвами очень обрадовался, потому что он до этого тестировал Парикшита, хочет ли он на самом деле послушать Кришна катху. Потому что спикер, он вдохновляется, когда видит интерес в глазах слушателей. Если слушатель спит, то спикер, он просто как бы лает собака. Поэтому, видя энтузиазм, интерес в глазах слушателя, спикер говорит с большим энтузиазмом. И Шукадев Госвами начинает рассказывать десятую песню. Есть 12 песен Бхагавата. Сарг, Висарга, Стан, Пошан, Удар, Нарвантар, Ишанугата, Нирод, Уттар, Ашра. Это симптомы этих 12 песен. И Ашра — это последний. Сначала мукти, потом ашра, а десятая песен — это члены тела Господа. Первое, второе — это стопы. Пятое — это пупок, шестое, седьмое — это две руки, восьмое — это грудь, девятое — это шея, десятое — это лицо, одиннадцатое — это лоб, а двенадцатое — это макушка. Когда мы смотрим на кого-то, как мы понимаем, как мы узнаем человека, что это он, именно он. То есть, если вы тело покажете, а лицо не покажете, то как бы можно не узнать человека. А если вы лицо покажете, то тело не покажете. Легко узнать человека, чисто по лицу. Просто взглянув на лицо, мы как бы понимаем. Десятая песня — это лицо Господа. Как мы можем понять, человек счастлив либо нет? По его улыбке. Если он расстроен, то его, на его лице не будет улыбки, значит, у него скорбь. Раса Панчадьяй — это улыбка Господа. И это десятая песня — это ашрая. А у кого преданный принимает прибежище?
принимает вещи у стоп Господа. Итак, десятая песня – это прибежище. Квитэссенция Бхагаватам – это десятая песня, а его улыбка, да, это панча Расатхьяй, пять тем десятой песни. А кто Расатхьяй? Это Шримати Радхика. Так, десятая песня – это Ашрая. Несмотря на то, что в десятой песне написаны все лилы Кришны. Он бывает трех видов. Пурна, Пурнатам и Пурната. Пурна, Пурната и Пурнатам. Так, Двараки – он Пурна. А в Мадхуре – он Пурнатар. Когда он в Вриндаване – он Пурнатам. В Пурнатам также есть три Кришны. Один Кришна с друзьями, другой Кришна с Памбайшодой, и третий Кришна с Радхарани. Так, в Вриндаване тоже три Кришны. В Ужвал Ваниламане, Шрупа Госвами, он перечисляет 86 видов Найка. А, 96 видов Найка даже. Есть две династии, это как династии Солнца и династии Луны. И очень много великих царей в каждой, ну, как бы, в каждой из этих династий. Но чья, как бы, катха самая сладостная? Рам и Кришна. История об этих двух представителей династии, она самая сладостная. Например, Масья спасла Веды и исчезла. Курма также лила с пахтанием океана. Варахадев пришел, достал землю, ушел. Нарисимхадев приходит, убивает Хираньякашипу. Также уходит. Бхагаван Ваманадев приходит и также тремя шагами меряет землю и уходит. Все эти инкарнации, они приходят по какой-то причине. И когда это, как думают, чтобы выполнить миссию, когда они выполняют, они уходят. Но Рама и Кришна, они являются только столько много разных лил, поэтому их катха самая сладостная. Но среди этих двух Кришна катха, она самая более сладостная. Вчера мы слышали о Рупе Гуни Лиле Бхагавана, о том, как Кришна являет множество лил, и он полностью подвластен любви преданных. Чьей же любовью он больше подвластен? Любви друзей, родителей, либо вража Гопи. Нет, он больше всего полностью под контролем любви Шримати Радхарани. Никакой другой лили он не подвластен. Хануман не может войти во враж. Хануман высший преданный Господа Рама. Это же говорится. Мир не может существовать без Рамы, а Рама не может существовать без Ханумана. मेरे प्रभु को
क्या कर रहे हैं मेरे प्रभु, यहाँ पर बांध कर रहे हैं тот же, когда ман приходит, допустим, у врача, он видит, что его Прабу, да, то есть он имеет в виду Кришну, а мама Ешода заставляет, она крутит ему уши, заставляет его приседать. В Айодхе остатки пищи все вкушают остатки пищи Рамы, а здесь во Враджи, наоборот, Кришна вкушает остатки в Раджавасе, остатки пищи в Раджавасе. В Айодхе все падают всех стопам Рамы, а здесь в Раджавасе падают стопам Кришны. Шрила Гурудев говорит, что если бы Хануман пришел во Врадж, он бы сразу достал свою булаву и начал бы всех крушить, как они поступают с его господином. Поэтому он не может войти во Врадж. Кришна Чакратакур говорит, что Кришна один, но тем не менее он пребывает в трех настроениях. कृष्णा लीला में जितने मधुरता प्राप्त हुई है और इसी लीला में इतने मधुरता कृष्ण की किसी भगवान की किसी लीला में сладость достигает максимума. У Кришны ни в какой другой инкарнации такого не происходит. В этой шлоке говорится яду. Муни саттам, кевала дхармасили нахи, я срешта муни, коне, бля джаду. Легни садхарна срешти ме деко гена. Яду, великий святой. Сара дуния джаду ко нинда керега. Кио? Кете сри, джо джаду е, джо джаджати махараджи ке, кете унко дво патни уи, коне е? Но в мире он критикуется. Почему? Потому что у Аяяти было два две жены, Сармишта и Девьяна. Два две жены Аяяти. Старший сын Яду. Однажды я этим хорошо отправился в джунгли. То есть Деваяни — это дочь Шукрачари. И у них были похожие сари. То есть они ставили эти сняли одежды и прослушали омовение. И дочь Рукрачари, Девьяни, она первая вышла. И она по ошибке одела сари Шармишты. А Шармишта выходит и ищет свое сари. И она увидела, что Девьяни одела ее сари. Дочь Шукрачари одела. И Шармишта говорит, она наша принцесса, говорит, «Эй, ты почему ты как-то осмелилась одеть мое сари?» Я принцесса, а ты обычная дочь, как бы дочь гуру. Тогда Девьяни сказала, твой отец управляет царством только по милости моего отца, потому что он гуру. И они спорят, и тогда Сармишта... У Сармишты было много подруг с ней, а Девьяни была одна. И они, короче, забрали у нее одежду и ее забросили в озеро. И тогда Яти Махарадж пришел. Он идет, слышит зов женщины и видел, что там обнаженная женщина. А, ну где-то в какой-то в колодец. И тогда Махарадж, он помог ей выбраться, и она говорит, ты меня дотронулся, теперь ты должен, взять меня в жены.
Раньше, ну как бы, сейчас мужчины и женщины здороваются за руки, но правило такое, что если мужчина дотронулся до женщины, то эта женщина уже не может никого касаться. Это значит, что если мужчина коснулся женщины, то это уже как бы, она уже все принадлежит этому мужчине. А сейчас, говорит, все там, этому не следует. Поэтому раньше... Только когда как бы, на церемонии бракосочетания мужчина касался женщины, и тогда я не говорит, все, ты до меня дотронулся, я теперь не могу ни за кого выйти замуж, теперь ты мой муж. А он говорит, ты дочь брахмана, а я кшатри. Как кшатри может жениться на дочери брахмана? И на самом деле большая история. Она рассказывает историю и говорит, что на самом деле у меня проклятие. Я проклята, что я не буду замуж за брахмана. Поэтому... Тогда я принял как бы ее как супругу. Он пришел и рассказал все своему отцу. Тогда когда гуру узнал об этом инциденте, говорит, я все, я ухожу из твоего царства, и царь говорит, нет, я дам тебе чего угодно, только не уходи. Тогда Сармишта, эта принцесса, говорит, когда я выйду замуж за Яти, то Дивьяни будет моей служанкой. Сармишта была очень красива. И Дивьяни родила царю два ребенка. А Сармишта говорит, я царица. Но мне нужно... Теперь я как служанка, пожалуйста, подари мне также детей. Дивьяни. И Сармишка тоже родила ребенка, и трое этих детей играют, и они были очень красивыми. В тайне зачел трех детей у Сармишки. И Дивьяни тогда поняла, что дети необычные, и она как бы там провели расследование и поняли, что вот, ну, это дети от царя. И Шукрачарья, она рассказала отцу, Шукрачарья очень разозлился, и он проклял тогда. Он проклинает Яяти. И говорит, все, теперь вся твоя, как бы, ты станешь старым. Он был молодым, но теперь он после этого проклятия постарел. И ты будешь импотентом. И тогда царь упал, стопал Шукрачарье, сказал, теперь мое тело постарело, но мой ум... Все же молод, и твоя дочь также молода, в смысле, как жена. И у меня есть вожделение, у нее также. Поэтому мы оба будем страдать, если так будет, ну, как бы, если я буду старым. А Шукрачарья говорит, хорошо, ты можешь сделать следующее. Ты можешь обменяться с кем-то, ты можешь отдать этому человеку старость и себе забрать его молодость. И тогда Яти Махарадж, он обращается к своему старшему сыну, Яду. Тата Яду был необычным человеком, знал всю татву. И он говорит, отец говорит, давай поменяемся. А сын говорит, нет, отец, я не могу, потому что это жизнь не для чувственных наслаждений, это жизнь только для Адату Брама Джигьясу.
чтобы достичь Господа. Господь Рама говорит. Яда сказал, эта жизнь дана Господом для того, чтобы совершать садхану. Потому что только в человеческой форме жизни, только в этой можно совершать садхану. Поэтому эта человеческая форма жизни — это на самом деле врата в освобождение. Если кто обрел это человеческое тело, но не использует его для садханы, тогда это бесполезно. И в следующий раз может не получить человеческое тело. Но если он говорит своему отцу, если ты скажешь, пообещаешь, что будешь баджан совершать, то я, конечно, поменяюсь с тобой. А ты, я, так ты просишь тебя чувственных наслаждений, мою молодость, я тебе не отдам ее. И это неправильно, потому что ты хочешь наслаждаться своей матерью. Для этого тебе нужна молодость. И тогда, когда отец говорит, я проклинаю тебя, несмотря на то, что ты старший сын, ты не получишь наследство царства. И тогда младший сын сказал, хорошо, я получил там тело из, от тебя, говорит, благодаря тебе, отцу, поэтому я тебе даю свою молодость. И тогда отец говорит, хорошо, ты, значит, ты будешь с царем. Шукадева Госвами говорит, обычные люди, они критикуют Яду. Они говорят, что отец — это все. Отец что-то спрашивает, а ты ему не даешь. Ты не подчиняешься своему отцу. Кто выше, кто лучший сын? Тот, они говорят, лучший сын тот, кто как бы исполняет волю отца. Но шастры говорят, нет, по-другому. Шукадев Госвами говорит, что кто является адхарми, то есть, неблагочестивым. Говорит, на самом деле, вот яд является как раз-таки благочестивым. Он выше. Среди святых, он святой. Части свои. Лилы Господа бесконечны. Никто не может описать все его лилы. Вриндавана Сатхгуру говорил, все, что было возможно для меня, я описал. Но в будущем будет очень много, много вьясов, которые опишут катху Господа. Поэтому Кришна катху не может описать никто полностью. Джай. Sanjay Maharaj ji, Hari Bol, Hari Krishna, Hari Van, speaking something? Hari? Come here. Get a little, come. Speak in Hindi. Okay, sir. Haan, Hari Krishna. Dekho, kal hai, Annakut Mahotsav, jisne kal hum log sab. Завтра Аннакут Махотсав. Завтра мы все поедем на Гирирадж Говардхан. Потому что мы очень удачливы, что мы во Врадже, Гирирадж очень близок к нам. Если бы мы были далеко отсюда, то другое дело. А поэтому завтра мы все поедем в Гирирадж. В чем важность Гирирадж? В чем поклонение Гирирадж?
вся вселенная служит Кришне, но Кришна поклоняется Гираджи Гвардхану. Весь мир совершает парикраму Кришны, а Кришна сам совершает парикраму Гираджа. И не один, а со всеми в Раджаваси. Также Кришна поднял Гираджа Гвардхана на мизинец левой руки. Гирадж был так доволен прикосновением Кришны, что Кришна поднял его. Все принимают прибежище у Кришны, но Кришна принимает прибежище у Гираджа Гвардхана. 7 дней, 7 ночей. Кришна принял прибежище у Гираджа Гвардхана. И 7 дней он праздновал фестиваль. Так, Кришна сам дает благословение, что если кто-то на Анукут Махотсав предложит хотя бы одно зернышко в служении Гираджу, тогда в его доме не будет никогда недостатка. Ни в зерне, ни в одежде. Поэтому одно из имен Гираджа Гвардхана — Сарабишта Прадата. Тот, кто совершает парикраму, Кришна следует за этим человеком. Гурдев говорил, очень много камней. То есть люди приходят и строят домики из камней. Они хотят, то есть они думают, что Гирадж даст столько же этажное здание, сколько этажей камешек построено. Гирадж может дать что угодно, легко, материальное. Что он сделал там, да? Настройки. Что без смысла. ॐ ज्ञानचिमिदान्तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीकृष्णचैतन्यकृपैकविता या मर्यादरक्षति वैश्वानां कृपावलं माधवपृष्ठकान् शिवकिरां दर्शयामि गुरु महाराज चरणों में अपने अनंत कोटि सत्संग अनुभव प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और मेरे गुरु महाराज चतुर विष्णु शिष्य महाराज भक्ति विज्ञान पार्टी गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में मेरे अनंत कोटि सत्संग अनुभव प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और मेरे शिक्षक गुरुदेव शिष्य महाराज भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में मेरे अनंत कोटि सत्संग दानवर का नाम ज्ञापन करता हूँ और हमारे बीच में उपस्थित श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री राम महाराज जी मेरे सत्संग दानवर का नाम और संजय प्रभु जी तो मेरे दानवर का नाम और सभी भक्त लोगों को यंत्र योग्य मेरे दानवर का नाम तो В тантра-шастре описывается 1000 анг бхакти. И Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синду, он написал 64 анги. Шримад Бхагаватам, Прахлад Махарадж, он пишет 9 анг бхакти. В этих шлоках Прахлад Махарадж говорит Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам. Атма Неведана и Арпита.
Это как бы два значения одинаковые в этих слов. Арпита значит предаться. Арпита значит как бы предварительное предание. Вначале вы должны предать себя, предаться в смысле. То есть сначала человек как-то не полностью предается, а потом полностью предается. Когда мы предаемся и совершаем анги бхакти, какой результат этого? Полная шаранагати. И только когда мы полностью преданы, мы можем совершать по-настоящему киртан шраванам. И в это время дхам парикрамы мы можем следовать всем ангам бхакти очень легко. Поэтому это очень удачное время, возможность, что мы совершаем Раджмандал Парикраму, Вриндавади Парикраму. Наш Гуру Махарадж, мой Гуру Махарадж говорил, что Наротам Дас Такур написал Санкиртан. Ума есть иллюзия. Что идти к сиртхам, совершать парикраму, это иллюзия. Амбариш Махарадж не आपके दो पे आपके आपके चरण भगवान की सेवा में नियुक्त किया आपने говорит गौरामा ये सब то есть с одной стороны говорится, что парикрама бессмысленно, а в другом месте говорится, что это что нужно делать. И Бхактивинод Тхакур как бы разрешает противоречие. So parikrama ka vastavik lakshya hai настоящая цель парикрамы что мы обретаем любовь к местам лил Господа. И как эта привязанность у нас в сердце проснется? Это любовь как бы передается, если мы совершаем парикраму под руководством пранайи бхакты. И настоящий плод от парикрамы только под руководством Расика Вайшнава. И Гуру Махарадж рассказывал историю своего Гуру Махараджа, Дайтамада Гусай Махарадж. Однажды во время парикрамы Шрила Мадхава Гусай Махарадж он пел в храме Адикешева, киртан разлуки.
И все преданные, все плакали. И там были основные преданные из Северной Индии. И они не понимали с бенгальского. Бенгалии все равно плакали. И он говорит, что Гуру Махарадж никогда не танцевал в киртане, но когда пел его Гурудев, то Бхакти Нидхана Госвами Махарадж начал тогда танцевать. И после этого киртана одна матаджи, она была из Панджаба. Она спросила одного из учеников Прабхупады, в чем значение этого киртана. Тогда Махарадж рассказал. И она снова спросила, слушая значение этого киртана, почему? Почему я не чувствую сейчас экстаза, когда, как бы, такого, как я чувствовал, когда пел Махарадж? Он спрашивает ответ, а почему ты же смысла не понимал, почему ты плакала, танцевала? Она говорит, я не знаю, это было желание моего сердца. То есть, как бы, когда есть руководство Пранай Бхакта, чувство преданного, несмотря на то, что эти люди не смогли видеть Кришну непосредственно в их сердце, под влиянием Пранай Бхакты, была разлука. Так мы, когда совершаем парик, мы под руководством таких личностей, тогда этот огонь разлуки также касается нас. И когда совершаем парик с обычными преданными, то мы на самом деле не сможем обрести настоящий плод парикрамы. Так же, как сын умер матери, она плачет громко, видя ее падшее положение, плачевное положение, тоже. То есть люди обычно не могут понять ее скорбь, но если какая-то женщина, у нее тоже и был опыт потери сына, тогда она сможет понять чувства этой матери. Поэтому если мы совершаем парикру под руководством Пранай Бхакты, и Гурудев говорит, я был очень удачлив, что я совершал парикраму с учениками Кришна Сарасвати, но я не такой удачливый, я не совершал парикраму со своим гуру. Но все равно я удачлив, что я пришел в парампаре Шрилы Гурудева. И я рад, что под руководством я совершаю парикраму. На этом я заканчиваю.
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय नमो नमः। जब हमारे हरिवंश पर हरि कथा कह रहे थे, когда Харивала Пхар рассказывал Харикатху, я вспомнил одну штуку. Однажды Виджи Прабху приехал в Фаридабад, в храм, и народ там. Народ там, Прабху стоял на крыше. Он сказал, традиция Гаудзиматхи, она обратная. Дом построили. देख के कितना उत्साह है लोगों का आकर सीखने के लिए। हमारे गुरु भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया से पिछले साल आए थे कार्तिक परिक्रमा के समय, तो 15-17 दिन 18 दिन उनको केवल मिला। पूरा दिन परिक्रमा करने के पश्चात संध्या के समय Мы знакомы с Ришал Парикрамом, и вечером он подошел к совете Диди, чтобы спросить некоторую шлоку из гиты. И тогда я спросил, ты же такой старший, как у тебя, почему у тебя интерес сохраняется? А тот говорит, мы всего 17 дней в году имеем возможность в году, как бы, да, встречаться с вами. Поэтому у нас, ну, энтузиазм. तो वंदना करते समय बीच में ये बात स्मरण हो गई, पहले वंदना ही पूरी कर दूं। पांचा कल्प करो वैश्य कृपा सिंधु भय पतिता नाम पावने देव वैष्णव नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम राजोत्तम गुरुपाद पर जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद Он историю рассказывал, что там, что, короче, прославляя, что этот американец говорил на хинди, а индус переводил на английский в это время. Ну, то есть, типа, поменялись местами. सपार्श सपरिकर्षी गौर नित्यानंद प्रभु जय उपस्थित पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंड अर्पण, समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जथा। अभी आप लोगों ने हमारे हरिवल्लभ प्रभु जी के मुख से जिस विषय को सुना है, भाषी नहीं होने पर भी उन्होंने несмотря на то, что он не हिंदू, बड़े महत्वपूर्ण विषय को बड़ी सहज सरल भाषा में प्रस्तुत किया। Он рассказал очень хорошие, очень важную тему простыми словами. Я тоже хотел бы пару слов про Парикраму сказать. Совершая тиртху, ятру, совершая парикраму, это сложная задача. Кто-то говорит, что парикрама — это иллюзия, ну типа бесполезная. Сам он совершал парикраму под руководством Живы Госвами, но что он имеет в виду, говоря, что парикрама бесполезна? Нарутам Дас Тхакур говорит, что какой результат парикрамы под руководством садху? Если вы приезжаете в Дхаму и слышим Харикатху, если мы не общаемся с теми, кто по-настоящему реализовал важность Дхамы, то как мы осознаем эту славу? Гирраджи,
अरे गिरिराज जी तो सर्व अभिष्ट प्रदाता है, वो तो आपको साक्षात ब्रज भक्ति दे सकते हैं, वो आपको साक्षात श्रीमती राधिका का दास्य भाव दे सकते हैं। Сколько людей приезжает на Гирираж Бхартхан и просит материальные вещи. Гираж может дать врача бхакти, но они не просят этого. Почему? Потому что они не общаются с садху. Если бы они общались с садху, если бы общались с теми, кто по-настоящему призывал славу Гираж Бхартхан, и те, кто преданы Гираж Бхартхан, если бы они приняли приверженность такой личности, то за день до Анакута Гурудев предупреждал нас, что завтра мы поедем на Гирираж и предложим Богу. И мы будем носить молитвы. Какого рода молитвы? Рупа Госвами, Рагунада Госвами. Те, которые Рагунада Госвами возносят, Рупа Госвами возносят. О, Гирираж Гвардхан, пожалуйста, даруй мне обишна, да, выполни. Сокровенное желание. Но что это за желание? Положение служанки Шримати Радхарани, Рада Палья Даси. Кроме этого, мы ни на чем другом не молимся. Чего не просим Гирираджа Гуру? Гуруарга говорит, совершай парикраму, предлагай бхог, но хоти только одну, да, желайте только одного. Много разных форм Гирираджа. हरे कृष्णा, तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं हम गौड़ीय वैष्णव की जो सर्वोत्तम अभिष्ट वस्तु है वो क्या है? Так, Гуру Махарадж говорит, что самое дорогое, самое, что хотят наши Гуруварга, это стать Палидаси Шримати Радхике. И много разных форм Гирираджа Гвардхана есть. Но как эти формы проявились? То есть Гирираджа проявляет в зависимости от квалификации. Преданный Гирираджа проявляет соответствующую форму. Как сами пишет, ये गिरिराज जी क्या सेवा करते हैं? इनके विषय में कहा यो गोपिका विरोधी तो हरिदास हैं, युधिष्ठिर जी हरिदास हैं, उद्धव जी कौन हैं? हरिदास वर्ज्य, ऐसे ही तुम्हारे गिरिराज वर्ज्य हरिदास, हरिदास जी कौन हैं? हरिदास वर्ज्य, और ये हरिदास वर्ज्य किसके मुख से निकला है? गिरिराज हरिदास गोपिका भी अर्थात श्रीमती राधिका गुरु महाराज हरिदास वर्ज्य है गिरिराज जी गिरिराज गिरिराज ने हरिदास अवार्य गिरिराज जी सब प्रकार की राधा कृष्ण की लीलाओं में करते हैं स्थल जल तल शश्व भ्रुव छायायाचा गिरिराज स्तुत व всех лилах त्रि जगत निज गोत्रम सार्थकम ख्यापयन में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनतो। ये ब्रजवासियों के लिए क्या करते हैं? स्थल प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, राधा कृष्ण की निकुंज की लीलाओं के लिए सब प्रकार की दैत प्रजवासी землю воду स्वामी कह रहे गांधर्वाया सुरत कलहो दामता भावदूत है все все всем снажает снажает राधा कृष्ण की जो निकुंज की जो लीलाएं हैं सुरत कलहो दामता जो राधा कृष्ण की निकुंज की जो लीलाएं हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? भावदूत है, सब प्रकार से सुंदर सुंदर गुहाएं गिरिराज महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। Он предоставляет щиры в кунжах, он служит во всех как бы самых высших лилах, может, даров служения там. Но люди приезжают просто незначительно, например, денег или дом, насколько они неудачливы, потому что они никогда не общались с чистыми преданными. Пранай бхакта, что значит пранай бхакта? Жиноне апне пранай се, апне прем се, कृष्ण को अपने हृदय में बांध दिया अपनी प्रणय रूपी रज्जू से। Это те, кто своей любовью связали Кришну в своем сердце. Кришну को हृदय में बांध दिया, यशोदा मैया ने बांधा ना? Веревка любви они связали Кришну в своем сердце. Например, у Майшода. Никто не может связать Кришну, но только мама Майшода. Поэтому преданные он связывает Кришну в веревку любви. Когда мы совершаем парикраму с такими пранай-бхактами, тогда мы по-настоящему сможем понять славу Гирираджа. Гуру Махарадж, он
Мы до славим Шнашкартакура. Шнашкартакур. Бхава Рупа Госвами. Мы те же будем молитвы возносить. Поэтому ничего не просите материального. Гуру всегда говорит, никогда не просите ничего материального. Я был в 2007 год парикрамой, и Гурудев снова и снова повторял. Потому что было много новеньких людей, и Гурудев снова и снова повторял. Вы приехали сюда к стопам Гириджи Гуртан, почему вы спрашиваете? Какие незначительные вещи спрашиваете Высшего. Поэтому Наротам Дас Такур, Бхактина Такур прославляет. Поэтому Наротам Дас Такур, он не говорит, не приезжайте в Дхаму, сам он приезжает в Наротам, совершает парикраму. Но его идея в том, что Махапрабху, куда пошел, туда я буду следовать за ним. Шрила Прабхупад говорил, что многие люди в Джаганнатхапуре получают даршан, но что они видят внутри храма? Многие люди видят просто статую. У тех, у кого-то небольшая вера, они думают, что это божество. Но тот, кто общается с садху, они видят настроение разлуки Джаганнатхи и Баладевы Субхадры. И Махапрабху сам, когда он пришел, видел Джаганнатху. В разлуке также Шримати Радхарани и другие гопи, они пришли и видели Кришну Курукшетре, их сердца растаяли, они переполнились нектаром, и они подумали, через то, долгое время мы видим Кришну. То же самое чувство испытывал Махапрабху, когда смотрел на Господа Джаганнатху. Кришнадас Кхарджи Госвами говорит, место, откуда Махапрабху видел, смотрел на Джаганнатха в храме, он столько сильно плакал, так сильно плакал. Там, короче, большая яма. И все время, когда Махапрабху ходил туда, то это как бы яма заполнялась слезами. Обычные люди не могут получить такой вида даршан, а просто видят как бы гирядж как камень или джиган как дерево. Но когда мы идем с Пранайбакта, то мы можем что-то почувствовать. Они рассказывают славу Гириджи. Сказать, что он Харидас Вария, как он служит Господу. И тогда мы также сможем обрести то же самое видение, ту же самую привязанность. Это то, что говорил Харивал Прабху. Что Бхакти однажды в Мадхуре, в храме Адикешева, Бхактинатха Госвами Махарадж танцевал в разлуке. И все в Раджаваси, все хитники говорят, где мы будем видеть Кришну, но люди, которые писали под киртан, они не как бы, понимали Бенгали. И тогда одна мата же уже сильно плакала. Она, Ришикеш Махарадж спросил, она была Паджаби, она также плакала. Почему? Потому что Пранай Бхакта совершал киртан. Махарадж давал пример, что если чей-то сын умирает, и женщина расстраивает разлуки, то ее чувство может понять только женщина, которая также пережила этот опыт, а другие люди не могут понять этого. Но если кто-то медитирует, подражает,
то сможешь ли по-настоящему сердце переживать это чувство? Нет. Только тот, кто по-настоящему... Если мы находимся рядом с тем, кто переживал эту разлуку, да, то мы сможем тоже что-то почувствовать. Шрила Прабхупада, один ученик, Агичный Кришнадас Бабаджи Махарадж, всегда играл на мриданге. Он повторял санскритские аштаки. И никто тогда не мог понять эту санскритскую аштаку, и кто-то спросил. तो उन्होंने कहा कि ये तो सब हिंदी भाषी लोग हैं इनके निकट में तो संस्कृत का कीर्तन किसी को समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में कीर्तन करेंगे जब हिंदी में कीर्तन आरंभ हुआ लोग ही खड़े होकर बोलने लगे हमको आपका कीर्तन नहीं सुनना है वो बाबा जी महाराज जो पहले कीर्तन कर रहे थे उनका कीर्तन सुनना है उनका कीर्तन समझ में नहीं आने पर भी वो हृदय को स्पर्श करता है ये प्रणय भक्तों के साथ धाम दर्शन विग्रह दर्शन известный певец, то они сказали людям, мы не хотим слушать этот воздушный петь, мы хотим слышать Бабаджи Махараджа, потому что мы хоть и не понимаем санскрит, но его пение трогает наше сердце. Итак, завтра Анукут Махотсав, все, что мы можем предложить, умом, телом, арпитом и атманиведана, это на одно и то же значение, но Махат Махарадж, क्रियते भगवत तदा तन मन्ने अधिकतम उत्तमम दो बार श्लोक में शब्द आया अर्पित और आत्मनिवेदन उसी को उन्होंने उठाया तो बड़ा सुंदर इन्होंने प्रसंग उठाया कल गिरिराज जी कहते थे завтра гирирадж пуджим поедем те которые молитвы гурудев возносим мы также будем возносить те же молитвы те молитвы пожалуйста даруй нам пали дасбхаву Шримати Радхарани, несмотря на то, что у нас куча анарт в сердце, все равно наша цель должна быть очень ясна. Мы не должны не молиться ничего другого. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare.
извиняюсь. То, что он тут сейчас утрясется. Hare Krishna, Radha Raman, Jalao Dipak. Гурудев просит Радха Рамана поджигать огонечки. Кива Джая, Джая, Гора Чандир, Арати Готова. Thank you.
Thank you.